Шалом, шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Жил однажды очень великий мудрец, Раби Тарфон. Его уважали все. У него было очень много учеников, которые гнались за каждым словом из его уст. Потому что он был настоящим мудрецом Торы. Он был праведник. И он отличался тем, что он исполнял очень глубоко одну заповедь. Это уважение к родителям. У него была больная мать. Она была очень старенькая. Когда ей нужно было слезть с кровати, он подходил, становился на четвереньки. Она ставила ногу ему на спину и спускалась, как на лестнице. Точно так же, и когда она хотела ложиться обратно. Так продолжалось всегда. И вот однажды мать захотела погулять на улице, она давно не выходила в сад, себя плохо чувствовала. Он ее отвел, она была очень довольна, она говорит: свежий воздух, поют птички, как же я давно не гуляла. А это был шаббат, и у нее порвался сандаль. А починить она его никак не могла, потому что был шаббат. А идти без сандаля очень было ей опасно, она старый пожилой человек, она могла заболеть. И тогда ее сын начал подставлять свои ладони, и она шла по ним домой. То есть, вы понимаете, он взял свои руки и ей подставил, и она благодаря него так дошла домой и не заболела. Потом он заболел, он себя плохо чувствовал, он простудился. И пришли наведать его ученики, и к ним подошла мать и говорит: я вас прошу, помолитесь за него, чтобы он меньше исполнял эту заповедь. Они говорят: как? Нельзя, как это меньше исполнять? И она тогда рассказала эту историю. Тогда они ей ответили: поверьте, нету лимита в исполнении этой заповеди, и он никогда ничем не сможет вам ответить. И никогда ничего не сделает для вас то, что вы сделали для него, так как вы его мать. Поэтому давайте ценить наших родителей, любить и проявлять уважение, стараться, стремиться к этому, не грубить, в некоторых моментах себя останавливать. Браха вецлаха, всем хорошего вечера.